Здорово. Короче, продолжаем играть. Восемь из десяти. Нифига себе ты хорош. Я часовую только смотрю. Посмотрел пока только один раз полностью, чтобы от начала до конца. Так, тут у нас какие-то платформы странные. У меня написано в Ютубе 0 зрителей почему-то. Ну ладно. Поехали. Я не боюсь этого дерьма. А, боюсь. Да, и твое здоровье. Ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Кто это, блин, строил? Таджики какие. Я добрался. Я живой. Ну, блин, деду опять легко. Все. Как он так попадал вообще? Че это бред? Слышь, дед. Че происходит? Ходит кошка, бродит и кричит. Ага, кажется, мы близки к цели. Ну еще бы после такого. Угу. Да вроде ничего такого и не было. Ну, подрушилось немного и все. Так, секунду. Мне нужно... Я забыл закрыть окно. Сейчас, секунду. Спасибо за ожидание. Ну чё, идем? А можно быстрее? Ладно. Годится. Храм построили вокруг нее. Вокруг чего? На реке, кстати, я смотрю, у них одинаковые везде. Ну, то есть, они же Last of Us еще сделали. Там тоже такого же формата фонарики. Огромные золотые статуи. Что ей поклоняются? Да в этом графике ну, непонятно ты, ничего. Ну, конечно. Эльдорадо — золотой человек. Салли, это не золотой город. Это он, золотой идол. Эх, а? Представляешь, сколько бы он теперь стоил. Я не тут силен. Следы. Смотри. Наверняка испанцы его на бревнах вытащили. Такой истории. Мы опоздали на 400 лет. Значит, это все. Похоже на то. Вот, черт. Ну, можно? Можно что? Пойти по следам. Вау, Шерлок? Are you Sherlock? Ни хера себе следы. Это как надо было тащить? Ну, ладно, наверное, оно очень тяжелое. Пипец, какое тяжелое. Справедливо, ладно. Я верю, что такие следы могут быть. Так, я видел. Я видел. Оу, бой. Это золотой грааль. Ну чего ты хочешь? Чего? Ты ж просто сидишь. Кс-кс. По следам, господи, как они до этого додумались? И дед такой, это что, все, вот же черт. Разворачиваемся, идем домой.
Господи, давай не убейся там, смотри, дед, ты что делаешь? Тут след прервался. Судя по всему, они взорвали заднюю стену храма. Ага, сократили себе путь, чтобы было проще вынести добычу. Класс. И что дальше? Что дальше? Что дальше? Громкая, правда? Ну, она вроде тихонько. Ну, черт, че ей надо? Может, не надо было ей молочка давать немножко, хлебать у себя из тарелки? Так, что там дед говорил? А хотя, кому он интересен? Его не буду слушать никогда в жизни. Он ничего умного мне не расскажет, я думаю. Ой, я сам справился. Смотри, дед. Заценяй. Давай за мной. А, тут просто секретка какая-то, да? Черепаха. Вот это класс. Если будет какой-то шум, то пишите в комментариях, так сказать, то я, скорее всего, не услышу этот шум. Салли, ты слышишь? Что, опять кошка кричит? А вот такое не каждый день видишь. Боже. Господи, куда камера поехала так странно? Ну, вот это клево, вот это клево. Да, все это опять лучше, чем все Лара Крофт. Правда, как он сюда попал? Нет, это никого не интересует, это круто. Да. Угу. Вот это не очень круто. Но все равно лучше, чем Ларри Крофт. Дед, пожалуйста, дед, отойди. Мы тут балдеем, как бы. Да чтоб я сдох. Да когда уже? Наверное, поднялись по реке в паводок и застряли. Пошли, посмотрим. Нет, стой, стой, стой. Как-то это все слишком чудно. Ну да. Чудно? Ты будто никогда не видел немецких подлодок посреди джунглей. Я вообще-то серьезно. Давай так, ты жди тут, а я один слазаю. Если увижу нацистов, обязательно тебе сообщу. Давай. Стоп, стоп, стоп. Подержи пока у себя, хорошо? Ладно. Ладно. Легких путей мы не ищем. Поехали. Дед, как всегда, в сторонке отстаивается. Это уже третья, что, глава? Я ж поиграл полчаса, наверное. Ты у меня спрашиваешь? Я как бы первую часть поиграл 20 минут, я понятия не имею. Но здесь странные, наверное, будут погони и взрывы. Но это не столь странно. Блин, и что мне вот так вот сюда прыгать? Ну ладно. Поехали. Выглядит не очень безопасно. А залезть можно? А! Господи. Хм. Ладно, возможно, там надо дальше лезть. Нет. Я... Все, пока. Видимо, нам не туда. Или... Ладно, еще раз. Хоп. Отклоняйте в нужном направлении. Я бы не додумался. Я нырять... Нырять на какую? Можно вообще нырять? Хм.
Видимо, нельзя. Я бы занырнул вот туда, но в таком случае плыву. Плыву куда дают. Так, надо проверить, что здесь. Придется тебе перебраться на лодку по тем уступам. А, мне сюда и надо было, ну окей. Зачем эта платформа? Ладно, это камень, но он какой-то странный. О, лиана, оу, шит, смотри, как умею. Оп, 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 оп. ФПС? Нет, а что? Что-то плохо? Вроде на, да и на телефоне вроде нормально все выглядит, ну, если я на него смотрю вот сейчас. Я не могу все время его трекать. Ну вот сейчас покачаюсь и смотрю. Да вроде нормально. Оп. Ну что, перезапустить, что ли, этот стрим? Я могу. Мне не тяжело. Проверю интернет, как работает. Перезагружу роутер. И могу перезапустить, если что. Фух, хорошо, что я... Так, я видел. Я видел что-то там. Хочу вернуться назад. Там секреточка есть, ну тогда разбиваться придется. Ну не могу, не могу мимо пройти, ну, блин. Вот так вот, одно неверное движение и все. Ну как он на такой коротенькой лиане раскачивается, это уже непонятно. Давай, Нейт. Салазай. Не знаю, может, я бы из первой раскачки туда запрыгнул. Ну, на всякий случай. Так. Так. Я знаю, что нужно сделать. Так. Оп. Тайронская подвеска. Ну, мы все сокровища искать не будем. Их тут 5 из 60 найдено в данный момент. Так, а как? Как мне обратно? Ладно, если так. Ты серьезно, да? А каким образом надо было там повиснуть? Окей. Я думал, я как бы правильно сделал. Не, ну чё ржёшь, ну а как? Блин, я... Он не хватается за неё, я отпустился, ну и... Я думал, он схватится. Ну, оно там уже не моргает, так что, наверное, это и было решением этой головоломки. Надеюсь, больше мне не придётся так делать. Блин, походу, я мог отсюда туда залезть. Ну ладно. Хрен знает, куда бы он схватился. Я отпустился прям... Прям под лианой. Так, с... Салли, ты видишь, куда мне там... Так, блин, это опасно. Эх.
Да. Ну, возможно. Эй, оттуда ты сможешь спрыгнуть прямиком на лодку. Шутишь, наверное. Я как бы и не собирался сюда залезать, я уже был на лодке. Ну, видимо, я просто как бы сократил себе путь, да. Я был высоковато, вон там где-то, аж камера туда не поднимается. Окей. Все, я не будем заморачиваться лишний раз. Какого столбняка? Я делал год назад, если что. Да, я внутри. Что видишь? С этими ребятами случилось что-то страшное. Я тут ни одного парня не вижу. И суп. Суп. Кровь и суп. Ну, я ни одного парня не видел. Какие ребята? Ах, головоломки опять начались. Ладно, жму. Жму, давай, Нейтан. Воу, воу, воу. Вот это геймплей. Кручу. Какого года игра вообще, я даже не знаю. Наверное, написано было, но мне кажется, 2007 где-то или 2008. Чеканные монеты собирай. Заплатим ведьмаку. И где же ты их раздобыл, мой гниющий друг? Да возьми еще монет чеканных, господи. Ты так часто их находишь? Мы с тобой. Хотя здесь ни одной нету. В смысле? Тут у одного парня в карманах полно испанских монет. Чеканных. Только чеканка необычная. Я такого никогда не видел. У наших немецких друзей был маленький секрет. Отсылки к Ведьмаку 2019 года в игре 2008 года до нашей эры. Так, опять геймплей. Па-п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 а. Теперь крутить, да? О, я запоминаю, я запоминаю. Блин, плыви поаккуратнее, не видно нифига от брызгов твоих. Уютно. Не то слово. Так. Угу. Угу. Какой кошмар. Я вскрою капитана. И представь, он еще здесь. Это в каком смысле? Похоже, его убили. В клочья разорвали. Фух, вот жуткая смерть. Звучит ужасно. А что в карманах? Ты сама доброта. Карта сокровищ. Не может быть. Вот это да. Вот это да. Вот это да. Комментарии не отображаются опять. Камера нравится. Угу. Дал что-нибудь? UK 2642. UK 2642.
Вот он. Ты там живой? Сали, ты не поверишь. Что там? Тут пропавшая страница. Да ладно. Похоже, Дрейк и немцы искали одно и то же сокровище. Тут карта, она приведет нас прямо к нему. Нейт, только чтобы не получилось опять все впустую. Экспедиция должна окупиться или... Да или ты что? Уже достал там. Сали, ты слышишь? Воняет и воняет. Сали? Денег мне, денег, долги, долги. Так не залезай в них. Все просто. Но с другой стороны, больше денег, меньше грустный, но это не должно так именно происходить, как он это сделал. Так, я опять буду просто возвращаться через все это так же медленно. Надеюсь, нет. Угу. Полетим на торпеде. Запрыгивай. Это, наверное, плохо. Привет. Постоял бы, блин, флеерки пораздавал в центре. И нормально. Дружки твои, Салли? Салли, да, блин. Да, я Роман, знаю. Здорово. Говнюк. Да нет, это Борис Репетур. Это просто бизнес. Туда иди. Полегче. И руки вверх. Ладно, поднял. Ваш друг мне должен, мистер Дрейк. Большие деньги. И когда он сообщил, что вы с ним на что-то вышли, прямо на добычу века, не меньше, я был заинтригован. Но он и раньше делал громкие обещания. Не правда ли, Вик? Да, последний раз он выглядел не так. Очередная пустая затея. Он всегда такие телеги толкает. Полегче с ним, Навар. Что ж, боюсь, что наше время вышло. Разве только вы нашли что-нибудь вон там, мистер Дрейк? Что-нибудь, что компенсировало бы мои затраты? Он издевается, они все слышали. Отдай им карту. Так штаны подтяну. Да, я отдам им карту. Ладно. Связь у немецкой карты с Эльдорадо. Никакой. Что, мы просто думаешь, поехавшие. Немцы искали тоже сокровище. Зачем ты им все рассказываешь, дед, блин? В расчете? Пока да. Но просто чтобы ты навсегда запомнил. Эй, слушай, не трогай. Да, ребята, а вы разве не пальцы обычно отрезаете? Это слишком вульгарно. Есть способ ранить его сильнее. Нет, стоп. Не надо, Рома. Он тут вообще не хочет. Сали! Сали! О, нет. Правда, следа от пули не видел. Бам-бам. Карту забирай, карту давай. Валим. Нахрен. Ага. Ай-яй! Ребята, вы чё творите, реб? Да господи, что происходит? Огонь на поражение, да что творите? Я просто бегу вперед, не стреляйте. Я не успеваю прочитать, я нажимаю кнопки, блин. Эй, полегче, какой! Елена! Как тебя сердце лезло? Я репортер! Что я не выслежу двух никчемных расхитителей град... Оу-е! Что, вударишь мне еще разок? Расхититель. Сали убили. Что? Да. И нам конец, если не свалим. О, господи, какой кошмар. Скажи, что у тебя есть пистолет. Конечно. О, конечно, я же репортер. Конечно, у меня есть пистолет. О, мама. Как присесть? О, плечо могу менять. Присесть не могу.
Ладно, Елена, как мы будем сваливать отсюда, а? Так. Дрейк! Да, тихо. Господи, ты серьезно, что ли? Я по стелсу хотел. Елена, ты что творишь? Что будет? Я же его не убил. Где он? Блин, бесит. Бесит уже эта тема с комментариями. А, из ствола? Я понял, вот это не пришло. Да ничего не будет, я думаю. Возможно, в следующих частях что-то и будет. Вечно по тебе кто-то стреляет. Вообще-то и по тебе тоже. Так, чувак, ну, как бы я вижу твою коленку. А! Ладно. Автомат мне давай. Оу, бой. Ну, такое мне не нравится, как бы. Я могу. Блин, да что ж такое-то? Целиться тут как-то прям, скажем, непросто. Так, давай патрон. Черт. Лена, тебе нормально? Ты в укрытии, да? Ах, хороша. А! Ладно, возможно, на таком расстоянии нужно было стрелять из чего-то другого, что зовется пистолетом. Чё тут кинули за говно? Пусти, пожалуйста. В смысле, больше нельзя взять? Одна обойма — это все, что мне дано. А что это вообще за место? Долгая история. Потом расскажу. Так, а туда не надо часом? Что да уж, я не понял. Так, что там творится, блин? Ах, надо котов рассадить по углам. Секунду. Thank you.
Да, честно говоря, я их даже найти не смог. Прячется, наверное, под кроватью. Все, все. Идем. Какой там порядок, Дрейк? Убил? Выпрыгнуть из-за угла. Бам! Это называется из-за угла? Или как? Не понял. Нет, вот 34. Возможно, я... Там для пистолета были. Да, я вот здесь. Да, наверное, 40 это для пистолета максимум. Ну, на автомат. А с тобой не соскучишься. Я бы хотя бы две обоймы хотел иметь. Интересно, я когда-нибудь найду что-нибудь в этих кувшинах. Что, ну да, шексофон, да. Ждай на линии, да. Что там, что-то еще было? Я все вижу. Ничего больше не было. Что непонятно? Включил музыку, значит, надо отдыхать, как бы ждать. Так, на какую кнопку просто выходить из укрытия, я еще не понял. Блин, а будет еще на автомат, а, ребят? Воу-воу-воу-воу-воу, такого я не ожидал, честно говоря. Мужики. Все с пистолетами поприходили, дайте автомат, ёлки-палки. Бомжи, блин, с пистолетами. Что-то камера вниз не опускается, не могу посмотреть. Так, не отставай. Красивые джунгли. Замечены. Я их вижу. Ау! Ау! Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Никс или круг, то есть... один был. Нет, сюда, Елена? Да, сюда. Тут был еще. Ты его убила? О, у меня не бесполезный напарник. Куда сюда? Ну, отходи. Без проблем.
что, у тебя Wi-Fi не тянет там? Ты всегда такой популярный. За мной вечно гоняют. Блин, листочками прикрыли джип. Без обид. Это точно его сделало менее заметным? Ну да. UK-264. Запомнила? Да, а что это? Это координаты острова. Кажется, я знаю, где спрятали Эльдорадо. Эльдорадо? Проблема в том, что эти мерзавцы тоже знают. Да чтоб тебя! Мерзавцы. Если нашли сокровище, то наверняка перевезли его туда. И Дрейк шел за ними. Так чего же мы ждем? Я получу сюжет, ну а ты... Да. То, что ты там ищешь. Есть. Ну поехали. Это неувеселительная прогулка. Я могу за себя постоять. И да, вообще, заметил. Тебя причитается. Но явно получше, чем этот дед. Несчастный. О, наш джип трансформер. Утраченное сокровище Эльдорадо. И поиски привели нас сюда, на крошечный островок посреди Тихого океана. Посмотрим поближе. Надеюсь, нас не опередили. Найдем ли мы руины давно забытой колонии? Как же он хорошо смотрится в кадре. Или остров приготовил для нас какой-то мрачный... А вдвоем-то как, ух. Теперь никто канал не переключит. А это еще что такое? Бам. Немцы? Это конечно. Просто прыгаешь, считаешь до пяти и дергаешь. Давай, пошла. Так, а мне дала парашют или нет? А ты идешь? Я немножко занят. Давай уже. Он опять от нее сдриснуть хочет или как, я не понял. Ой-ой-ой-ой-ой, кажется, тут довольно низко. Что я делаю? Просто, чтобы с напарником не ходить по уровню, избавились от женщины. Да, он, походу, ни хрена не понимает в этом. Да. Конец. А нет, жив, цел, орел. Напугал. Да, прям сразу в такой живописный Эверест приземлился. Удачно. Ну вот. Чё такое? Там мой самолет или? Меня пытаются убить. Я забыл карту в горящем самолете. Елена пропала и, скорее всего, погибла. Супер. Отличное начало. Лена. Лена, ты где? Лена! Лена, вернись! Я здесь! Лена! Лена! Да, нормально все получилось. Вон, смотри. Раз, между веток проскочил, парашют за них зацепился, и бам, все. На месте. Слушай, если... Ты несчастливый человек, и тебе не везет, тебе вообще не стоит, как бы, сокровища искать, понимаешь? Тут, как бы, предрасположенность надо к этому иметь. Давай еще раз. Давай еще раз. Чтобы прицелиться. Какой прицелиться? Давай еще раз. Не понимаю, не понимаю, о чем вы говорите. Давай еще разок, давай. Блин, секунду.
Уже замок перестал даже дергаться и звуки издавать. Секунду. Извиняюсь. Надеюсь, стрим интересен, пока я разговариваю по телефону. Так, ладно. Замок уже просто перестал игнорировать что-либо от моих ударов. Наверное, надо стрелять. Да, но я петли-то подрасшатал, пока бил. Ну окей, приятного аппетита там. Я буду медленно передвигаться. Хотя я могу и сам чипсы пожевать. У меня есть. Проверю, будет ли работать YouTube.